Приветствую всех! Меня зовут дядя Митя, ее зовут Юля, и мы сейчас находимся на площади Победы. Ее недавно отреставрировали. Мы засняли ее днем, теперь мы хотим показать, как она выглядит ночью. Что здесь есть из подсветки? И, к сожалению, мы не сможем заснять фонтан. Он должен светиться и придавать немножко изыска этой площади. А мы видим то, что площадь Победы подсвечивается в стиле советского стиля. Это больше преобладает красные цвета, звезды, а также георгиевская лента победоносная. И открывается с нее очень красивый вид на левый берег и на мост Чернавский. Не, я считаю, то, что здесь ее хорошо сделали, прибавили людей. Раньше не было вообще практически тут, ну редко кто сюда заходил. 2-3 человека посидеть на лавочке в кустах, пиво попить только, наверное, от ментов попрятаться. А сейчас люди, молодежь, дети, не, мне кажется, реставрация удалась. И это можно наблюдать по всем этим отдыхающим людям. А так выглядит вид именно на сам памятник от стелы. Жаль, что не работают фонтаны, они прибавили еще больше яркости в общей композиции, потому что они подсвечивались. Представь, помнишь, мы видели, они переливались различными цветами. Красный, желтый, голубой. Да, ну, вот этот центр, он бы тоже светился довольно ярко, получилось. Да, он довольно яркий, а то, получается, со всех сторон подсвечивается, а центр, он все-таки в такой в тени находится. А также почему-то еще не сделали подсветку, то, что вот мы нашли минус, то, что подсветку именно вот фронтов. То есть той стены, где да, фронты все указаны, есть небольшие недочеты вот насчет этого. Да, жалко то, что здесь не подсвечивается, а так люди подходят, тоже читают, и ну, самим интересно тоже подойти, почитать, а там как будто уже не относится к площади Победы, та часть. Это очень жалко. А так, конечно, вид потрясающий. Деревья срубили, которые закрывали полностью весь вид. Да, нет, вид потрясающий просто отсюда. Вот отсюда даже, мне кажется, больше вид, мне больше нравится. Мне нравится, как на Чернавский мост открывается вид, он такой весь подсвеченный, получается, здесь фары и очень ярко. Да. Не, ну классно, что. Супер. Мне кажется, в ночное время город прибавляются какие-то новые краски, какие-то новые цвета, и он играет немножко по-другому, не то, что в дневное время. Да, вечером все равно все становится более ярче, более насыщенно. Это факт. Особенно после сегодняшней жары хорошо так выйти в центр, посидеть где-нибудь. Капать. Ну вот и закончилась наша экскурсия по площади Победы в ночное время. Я считаю, реконструкция удалась. Вот здесь, конечно, есть небольшие недочеты, но совсем маленькие. Раньше, люди говорят, больше цветов было. Ну, как вы знаете, цветы тоже хорошо, они есть, в клумбах сидят. Ну, раньше их было больше. Единственный минус то, что фонтаны сейчас не работают, не подсвечиваются, а так как бы все классно. Короче, кому понравилось видео, не забывайте подписываться на меня. Меня зовут дядя Митя, меня зовут Юля. Всем удачи и пока.